Добрый день, друзья! С вами канал «Дали от города» и я, Нина Коновалова. А это мой внук Данил. Многие авторы каналов демонстрируют распаковку посылок и, как правило, там одежда для взрослых, либо какие-то другие предметы, где хозяйки применяют в быту на кухне. Но мы сегодня с внуком решили вам продемонстрировать наши обновочки. Мы приобрели себе очень хороший гардеробчик для мальчика, который у нас в этом году пошел в первый класс. Мы первоклашки, учимся первый хорошо. В. Первый В. Учимся мы хорошо, а поэтому мы заслужили хорошую посылку. Итак, что же мы приобрели для себя? Я уже не первый раз вам рассказываю про качественную одежду от российского производителя города Иваново. Сегодня же хочу поговорить о детском трикотаже производства ивановской фабрики «Ивашка». Наш парень Данил вытянулся за лето, и к осени мы обнаружили, что гардеробчик-то маловат. И на помощь пришла бабушка и ее любовь к ивановскому трикотажу. И выбор пал нам интернет-магазин ivashka.ru. Здесь ассортимент одежды просто огромен. И главное, вещи недорогие и качественные. Разные модели, разные цвета, разные надписи. В общем, глаза разбегаются. Но на первый раз, так сказать, на пробу я решила заказать лишь пару костюмчиков, там футболочки, пижамку, трусики, носочки. И получив свой заказ, я была очень довольна, и внук мой тоже. Вещи были как на картинке. Ну, смотрите сами, Данил начинающий блогер, и вам он показывает, как все сидит на нем. Все приобрелось в онлайн-магазине «Ивашка», я уже сказала вам ранее, где собраны вещи не только их производства, но и более 100 российских производителей. Тут не только для детей, но и для взрослых. И постельная есть, и канцелярия, и средства гигиены, и даже есть школьная форма. А вообще знаете, как «Ивашка» позиционируется? «Ивашка» – мамина любовь, и я с этим согласна. Фабрика детского трикотажа радует своих клиентов модной одеждой собственного производства. Цена доступная, что немаловажно для родителей. И могу смело сказать, вся одежда очень удобная, качественная. И еще раз подчеркну, здесь цены весьма и весьма демократичные. Футболки для мальчиков, толстовки для мальчиков, водолазки, костюмы, пижамки, они все привлекают своим вниманием из-за яркости рисунка. А вообще там любая одежда яркая, удобная, в которой ребенок не останется незамеченным. Ну и на что бы я еще хотела обратить ваше внимание. Все детские вещи соответствуют ГОСТам. И если те вещи, которые сделаны из трикотажа, то они, соответственно, из первосортного хлопкового трикотажа. Я думаю, что в условиях, в которых мы сейчас живем, вот этого коронавируса, пандемии, все-таки стоит пользоваться интернет-магазинами, делать выбор именно в сторону того интернет-магазина, где больше всего вам нравится и цена, и ассортимент. Но вот для детей я, конечно же, отдаю предпочтение ivashka.ru. Здесь нам все понравилось. Ну и судя по видео, вы увидите, что мальчику нашему, внуку Данилу, тоже все очень нравится. Ну вот, друзья, мы продемонстрировали наши покупки. Ивашка, мамина любовь, ивановская фабрика детского трикотажа. Ссылочка на магазин у нас будет в описании. Обязательно зайдите и посмотрите. Возможно, вы своим деткам или внукам что-то подберете. Ну а мы с вами прощаемся. Желаю вам хорошего настроения, крепкого здоровья. Всего доброго. До свидания. Пока.